Всем привет! Меня зовут Евгений Пик. В этом видео я буду рассказывать о том, как я делал бубен. Чтобы сделать бубен, как известно, чтобы сделать нормальный шаманский бубен, нужно вместе с шаманом пойти в лес, в березовую рощу и срубить то дерево, на которое покажет дух, с которым посоветуется шаман. У меня с этим проблема. У меня нету знакомого шамана, у меня нету березовой рощи, куда я могу пойти с топором и срубить там дерево. Поэтому я делал из фанеры. С фанерой тоже не все так просто. Та фанера, которая продается в обычных строительных магазинах, ну, во всяком случае у нас в Канаде и то же самое в Америке, в Соединенных Штатах, она не подходит. Я ее пробовал гнуть, она не гнется, она трескается, она ломается. Я пробовал ее мочить, нагревать. Это неправильная фанера. Правильную фанеру здесь нужно искать в специализированных магазинах, которые привозят эту фанеру из России. Она называется Baltic Birch или Russian Birch. Это 3-миллиметровая фанера. Вот это такая фанера. Ее толщина точно 3 мм. Та трехслойная фанера, которая продается здесь в строительных магазинах, ее толщина не 3, а 5 мм, потому что ее внутренний слой толще. И она не такого качества, как эта. Русская фанера здесь известна тем, кто делает мебель, аудиоколонки, музыкальные инструменты. Они все используют фанеру, привезенную из России, потому что такую фанеру не делают ни в Китае, ни в Канаде, ни в Соединенных Штатах. У этой фанеры нестандартный размер. Ширина и длина листа 5 фут. То есть она 5 на 5. В то время, когда стандартные канадские и американские листы 4 на 8. Может быть, еще из-за этого ее не продают в обычных магазинах. Ну и она дороже. Она в 2, может быть, в 4 раза дороже такой же обычной фанеры. Свойство русской фанеры в том, что она очень гибкая и очень прочная. Посмотрите, как ее можно согнуть. Видите, я ее гну сухую. Чтобы вы не подумали, что она была как-то предварительно согнута там или замочена, я гну ее в другую сторону, просто для демонстрации, чтобы показать, что она гнется и не трескается, не ломается. Единственное, что нужно учесть, когда вы пилите эти полоски из листа, нужно обязательно смотреть, чтобы вы пилили перпендикулярно волокнам. Тогда она будет очень легко гнуться. Так, это про фанеру. Теперь клей. Я использовал клей ПВА. Обычный клей ПВА, в данном случае это water resistance, то есть он, когда высыхает, его водой уже отмыть нельзя. Я не думаю, что это принципиально, я думаю, что можно использовать любой клей ПВА. Единственное условие это не жалеть клея. Когда вы склеиваете, потом вы увидите на видео, что лучше, чтобы клея было больше. Пускай он вытекает, пускай он капает. Но чтобы у нас не остались сухие места в месте соединения. Вот, это про клей. Я знаю, что многие предпочитают эпоксидный клей. Возможно, что он более прочный, возможно, что он более крепкий. Но пользоваться им очень сложно. Потому что если не так размешал, он не засохнет. Если он попал куда-то не туда, его очень тяжело снять. Если он попал на кожу, он будет разъедать. Клей ПВА, он безопасный, он не ядовитый, он не воняет, его, конечно, нельзя кушать, и если он попадет на джинсы, это тоже не очень хорошо, но он намного безопаснее, чем эпоксидный клей, и с ним намного легче, мне лично кажется, что с ним легче работать, удобнее, и он намного дешевле. Так, это про клей и про фанеру. А саму форму я старался сделать как можно более идеальной, то есть близкой к окружности. И еще что я старался сделать, чтобы те плоскости, которые должны быть параллельны, чтобы они были параллельны, те, которые перпендикулярны, чтобы они были перпендикулярны. И тогда на этой форме мы получим обечайку правильной геометрии. Какие еще инструменты нужны? Вот эта вот пищевая пленка, которую я только что завернул в форму. Гвоздики, вот здесь вот вдоль
всего периметра вбиваются гвоздики, примерно каждые 5 сантиметров я вбивал их, и торчат они где-то на 1 сантиметр с двух сторон. Потом, когда я все это обернул пленкой, я просто вот так вот проткнул эту пленку в тех местах, где торчат гвоздики. Так, перчатки. Желательно иметь перчатки, потому что иначе руки будут в клею. Просто ужасно. А, наколенники. Вот это вот наколенники самые простые, самые дешевые. Если у вас нету, или любые дорогие, профессиональные. Наверное, чем более профессиональные, тем лучше. Но даже самые дешевые позволяют вам вот так вот стоять на коленях. И это довольно удобно. То есть, во всяком случае, ноги не болят. Так, что еще? Ага. У меня были вот таких вот три кусочка деревяшки. Я покажу потом, для чего они нужны. Чтобы подкладывать под форму, когда она лежит горизонтально. Чтобы вот эти вот гвозди не царапали пол. Во-первых. И во-вторых, чтобы вы их просто не согнули. Потому что если положить на гвозди и прижать, так они могут согнуться. Еще что, интересный момент. Когда я делал вот этот вот диаметр внутренний, я как-то не думал, оно так само случайно получилось, но его размер примерно 49 сантиметров. Теперь, если я беру вот эту вот полоску фанеры и вставляю внутрь, вот, то эта полоска вставляется очень плотно. Значит, начинаем вставлять первый слой в форму. Значит, тут довольно надо делать аккуратно, чтобы не порвать пленку, чтобы не поломать фанеру. Входит она очень туго. Но это очень хорошо, что она туго входит. Потому что это значит, что у нас не будет щели нигде. Теперь, когда уже дальше руками тяжело ее просто туда затолкать, я беру маленькую деревяшку, молоток, и потихоньку начинаю опускать. Она выровнялась по кругу формы. На самом деле нужно ее опустить еще чуть-чуть ниже, потому что наша форма примерно на сантиметр шире, чем эта полоска. И если так оставить, то она будет, ну, скажем так, неравномерно распределена внутри формы, поэтому я опущу ее еще на пол сантиметра. Первый слой обечайки лежит. Он не приклеен, просто плотно вставлен в нашу форму. Теперь займемся вторым слоем. Значит, если мы возьмем второй слой, у которого оба конца не сточены, то когда он ляжет, у нас будет вот здесь вот щель, которая нам не нужна. Вот в этом вот месте между первым слоем и вторым получится щель. Чтобы этого не было, мы второй слой берем где-то, сейчас скажу на какую длину, сантиметров 10 на всю ширину этого слоя и стачиваем на клин. Значит, получается вот такой вот клин, который мы прикладываем к первому слою, и тогда у нас не будет щели. Теперь я сначала сделаю примерку, потому что бывает, что эти полоски фанеры, они не идеально ровные. То есть не то, что бывает, они никогда не идеально ровные. Поэтому иногда есть смысл их перевернуть и приложить другой стороной. Ну, вроде бы получается неплохо. Сейчас попробую другой стороной. То есть другой стороной, это значит, я ее выгибаю в другую сторону. Так, другой стороной она легла лучше. Замечательно. Значит, так и будем ее приклеивать. Значит, если она у нас выгибается в эту сторону, то клеем смазываем эту ее поверхность. Это будет верхняя поверхность, которая смазывается клеем. Меня не видно, но зато видно мои руки в перчатках. Это самое важное. Сейчас. И что мы делаем? Мы берем клей. Возможно, есть более удобные емкости, но мне просто лень переливать каждый раз с одной емкости в другую. Потому что все равно то, что вам важно сейчас сделать, это налить
много клея. Клей экономить нельзя. Лучше, чтобы лишний клей вытек, чем если его не хватит. Значит, что я делаю? Просто наливаю клей на полоску фанеры. Тут особенно говорить нечего, можно размазывать, наверное, всякими валиками, кисточками. Ну, у меня пальцем получается неплохо. Как говорят специалисты, самое важное в склеивании – это размазывать пальцем и вытирать его потом об штаны. Если вы спросите любого специалиста, он скажет, что это очень важно при склеивании дерева. Вот. И, кстати, не об эти штаны, а об другие я случайно. Не то, чтобы пальцы вытер, но где-то там на них накапало. Я думал, клей ПВА, потом можно будет отстирать. Если его сразу не вытереть, потом отстирать его уже почти нельзя. Ну, мне не удалось. Может быть, кто-то умеет отстирывать клей ПВА. Расскажите в комментариях к этому видео, как это сделать. Может быть, я смогу свете свои джинсы вернуть к жизни. Клей размазан. И теперь, что я еще сделаю? Я возьму немножко клея, там, где его слишком много. И найду то место соединения. И помажу его. Там, где было соединение первого слоя. Вот теперь важно что? Важно две вещи. Во-первых, клей с этой фанерки, которую только что помазали, желательно не налить на себя. Даже три вещи получается. Вторая вещь — это то, что вот у нас первый слой. Когда я приклеиваю второй слой, я хочу так, чтобы мое соединение второго слоя было напротив первого. Не обязательно напротив, но хотя бы, чтобы не попало соединение первого слоя и второго в одно и то же место. Потому что, ну, зачем? Мы стараемся усилить, а не ослабить нашу обечайку. Поэтому, когда я ее буду сгибать, я буду ее сгибать таким образом, чтобы вот эта вот средняя согнутая часть попала туда, где происходит соединение первого слоя. Оно вот здесь, вот в этом месте. Это раз. И два. Я должен найти тот край, который тоньше, на котором клин сточен или сошлифован. Вот. И этот клин, он должен попасть вплотную к первому слою, а второй уже ляжет на него. Окей. Значит, начинаем. Делаем так. Так. Сейчас клей начинает течь во все стороны. Это нормально. Пугаться не надо. Я прикладываю первый и второй слой, чтобы они лежали один на другом. И вот эта вот резинка прижимает оба слоя с помощью этих гвоздиков. Таким вот образом. Я сейчас повернусь боком. Постараюсь не залезть в клей, чтобы было лучше видно. Вот так вот, надеюсь, что видно, что я делаю. То есть я выравниваю первый и второй слой фанеры. И резинкой, которая цепляется на гвоздики, прижимаю их вместе. И сейчас вы видите, почему лучше работать в перчатках. Потому что клей начинает выдавливаться через щели. И это хорошо, что он выдавливается. Это значит, что у нас там не будет сухих мест, не будет пропусков. Что он все склеит. Да, и сейчас видно, для чего нужно было завернуть форму этой пленкой. Видите, сколько клея выдавливается. Так вот и продолжаем прижимать. Значит, кто-то может подумать, что можно помазать клеем, сложить и приклеить сразу несколько слоев. Это не так. Если попробовать приклеить сразу несколько слоев фанеры, она вся разбежится, будут щели, будут пропуски, то есть она правильно не склеится. Нужно делать каждый слой отдельно. Вот так вот, один за одним. Но плюс клея ПВА в
том, что, ну, во-первых, он не ядовитый. Он не ядовитый, он не воняет. Даже если он попадет на руку, это не страшно. Это может быть неприятно, но это не страшно. Но еще плюс, что он сохнет достаточно долго. То есть мы можем работать с ним, ну, скажем, 10-15 минут, может быть, полчаса. Но не слишком долго. То есть это не тот клей, который сохнет сутки или двое. Значит, где-то через час, 2 часа, я обычно беру 2 часа, можно клеить следующий слой. То есть следующий слой фанеры. Вот. И значит, что это говорит о том, что за один день можно склеить обечайку, которая состоит, скажем, из 4 слоев. Вот. А данная обечайка, которую я сейчас делаю, она будет состоять именно из 4 слоев. Так, вот я прошел по всему периметру данного круга, но то место, где произошло соединение начала и конца этого уровня второго, я хочу немножко усилить, поэтому я туда добавлю еще, чтобы плотнее прижать. Скажу, что получилось. Не пугайтесь того количества клея, которое течет и капает. Главное, не накапать себе на штаны. Значит, вот здесь вот видно, что внутри резинки прижали первый и второй слой довольно плотно. Не довольно плотно, а очень плотно. Слои прижались без пропуска. На этом, в принципе, можно закончить. Что я рекомендую сделать в данный момент? Пока клей жидкий, пока он не засох, взять бумагу, бумажное полотенце и вытереть внутреннюю сторону фанеры. Даже несмотря на то, что там резина, эти резинки, все равно вытереть, потому что, когда клей засохнет, те неровности, которые получатся под этими резинками, они будут мешать хорошему склеиванию со следующим слоем. Вот. И тот клей, который остался вот здесь вот у нас сбоку, он приклеит наши резинки. Что, в общем-то, тоже нехорошо, потому что эти резинки нужно использовать. Если даже делать только одну обечайку, все равно жалко для каждого следующего слоя использовать новые резинки. Что это много, во-первых, это много резинок, а во-вторых, такие длинные я не нашел, и я просто брал коробки и одевал их одну в одну. Значит, вот я это вытер с одной стороны, переворачиваю. Вот этот вот клей нам не мешает, потому что он на пленке, и потом мы его просто снимем вместе с пленкой. Вот. А вот здесь вот лучше вытереть, чтобы потом было легче снять резинки. Так, и внутри вытираем более или менее тщательно, чтобы потом у нас там не остались излишки клея, которые засохнут и будут мешать склеиванию первого и второго слоя. Окей. Тот мусор, который у вас остался, чтобы он случайно не попал куда не надо, берете вот так вот перчатку, заворачиваете его внутрь, берете в эту руку. И то же самое делаете с этой перчаткой. Ну, вот. Чистые руки и мусор завернут. Итак, клей подсох. И это важно, что клей именно подсох, а не засох окончательно. Вот. Снимаем резинки. Они снимаются в том же порядке, в котором их надевали. Это даже проще и быстрее, потому что сейчас хотя бы ничего не капает. Да, снимать резинки лучше тоже в перчатках, потому что иначе, ну, клей ПВА, если попадет на руку, это не смертельно, но в перчатках приятнее, потому что вот видно, что руки будут грязные от клея. Все снялось. Значит, если потрогать сейчас внутреннюю поверхность, она неровная. Она немножко шершавая из-за того, что клей попал под резинки, которые держали нашу фанеру. И от него остались следы. То есть следы, такие полосочки от клея. Ну, их можно, конечно, зашкурить. Их можно как-то зачистить. Это не так важно. Я просто беру такую деревяшку. Вот так вот их чищаю. Пока клей полностью не засох, он
получается. Смазываем клеем третий слой. Третью полоску фанеры. Плотно прикладываем место соединения второго и третьего слоя. Вот это вот место, вот здесь вот. Я его стараюсь приложить как можно более плотнее. И начинаю прижимать резинками. Значит, мы начинаем прижимать вот прямо с того места, где происходит вот этот вот нахлёст. Нахлёст последнего слоя. То есть последний слой я прижимаю к предпоследнему, так, чтобы тут не было щели, или чтобы она была минимальной. Так вот прижимаю плотно. И прижимаю резинкой. Резинки желательно натягивать довольно плотно, потому что чем плотнее, тем лучше оно прижмет. Бумажное полотенце и опять вытрем то, что накапало. Третий слой приклеен, он высохнет, я сниму резинки и то же самое сделаю с четвертым слоем. То есть наша обечайка будет состоять из четырех слоев фанеры толщиной 3 мм. То есть 3 на 4 это 12 мм. Она будет чуть-чуть толще из-за клея, который между ними. То есть это будет около 13 мм толщина. Этого достаточно для такого диаметра. Для такого диаметра бубна. Если делать бубен большего диаметра, то возможно нужно добавить еще один слой фанеры. Все слои нашей обечайки склеены. Я снял резинки. И теперь пришло время вынуть обечайку из формы, из нашей деревянной формы. Значит, для этого я беру такую небольшую деревяшку, киянку, начинаю потихоньку выталкивать ее. Вот в данный момент очень помогает то, что в самом начале форма была завернута в эту пленку прозрачную, потому что иначе обечайка могла где-то приклеиться к ней и было бы очень тяжело ее вынуть. А так, видите, она уже двигается. Вот. И еще важно сейчас, чтобы под формой снизу были подложены вот эти вот деревяшки, чтобы она не лежала гвоздями на полу. Потому что или пол испортится, или гвозди погнутся. Видите? Обечайка выходит из формы. Итак, вот наша обечайка. Она выглядит очень хорошо, имеет хорошую форму. Нету щелей, нету зазоров. Последующую обработку производить не рекомендуется, пока клей полностью не высох. Потому что иначе этот клей залипнет на вашем инструменте, на наждачной бумаге, на фрезах. Мы просто оставим ее на сутки хотя бы и подождем, чтобы клей полностью высох.